Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте, вы вновь на канале «Это не диалоги о рыбалке». С вами вновь я, Костян, Виктор Костяныч. И мы сегодня на рыбзаводе в Курье будем пытаться поймать наживку. На Тунгуске мы были, ничего у нас не вышло, поймали одного ельчика. Сколько ты окуньков поймал? 5. 5 окуньков, которые нафиг не нужны. Короче, будем пробовать ловить ерша. Короче, рыбалка у нас сегодня приближенная ко многим городским, да? Да. Как на каче. Оп! Рыбачим на безмотылку трофейных окуней. А таких. Но берем. Да? Угу. Так как ерша мы найти не можем, попытаемся пробить, возбудить черную дыру окунем. Может, священная черная дыра. Не, налим, может клюнуть. Просто немного. Блин. Щупает. Вот детки поголодетки. Их. Сколько мы ершей поймали? 4, да? Ну, вроде да. 4 ерша, 1 ельчик. Остальное в окуне. Короче, как мы поняли, сегодня самый умный это ельчик. Самый глупый это окунь. Стая ушла. А червя наживить, вдруг ерш придет. Не, я это живого наживлю. Мясистого. Пахнущего землей, да? Да. Настоящий. Азимового червя мы его с мамой это уже под снегом копали. Чё? Азимый, говорю, червяк мы его с мамой под снегом уже копали. Да. Да. Снег валил, а мы червей копали. Ну, успели, видишь, маленько накопать. Маленько? Ну да. Немного же, на зиму не хватит. Будем дядя Сашу раскулачивать. И разводить чайник. Давай, ёрш, приди. Ёрш, приди. Приди, ёрш. Кто-то пришел. Но ёрш ли? Ты должен быть ёршом. Мини-черная дыра, не подведи. Ага. С наживкой пока проблемы у нас. Круто. Это у нас уже 6 ершей. Скоро им надо воду поменять, чтобы они у нас там не передохли. Да? Это вот ты настоящего червя наживил, да? Начал ерш клевать. Ну да. За прикол такие. Окунёк. Нет, это окунь. Маленький, отпускай. Печка. Не пойдет. Я сам понял. А окунь что, любой пойдет? Окунь что, любой пойдет? Какой окунь? Ой, да блин. Ёрш? Да. Ёрш любой пойдет.
Да ё-моё, у меня такой же. Нанчик. Глотает-то, ё-моё. А что, друзья, установим небольшой переметик. Далеко не пошли. Лед еще тонковатый, он на раз пробивается. Так что аккуратненько тут его ткнем. Вот тут будет смотровая лунка. Сначала большую черную дуру не будем делать. Сначала сделаем небольшую. Завтра проверять пойдем, подрубим. Достаточно. Глубина, наверное, метра 2,5-3. Само то, да, Витя? Ну-ка, дайте-ка в сторону. Палочку. Крючалочку. Че, нет, не понял? Смотри, учись. Понял. Ну да. Ты бы мне это передавал бы палку. Палку мне давай вот эту. Все, близко не подходи.
короченький, видишь? Этот коротенький. 6 секунд и готово. Можно длинной палкой пронырить. Несколько лунок больших делаешь, раз ее вилочкой протолкнул с веревкой и все. Он дядька шел с собаками, видал, у него палка тащилась сзади, длинная. Видел? Вот это нырило. О, сорвалось. Главное, плавать не хочется. Шариф маленько его подделал, крючки навязал. Все, готов к использованию. Тебе еще, Витя, спецзадание. Надо этих жуков с берега притащить. Тонко, видишь, совсем. Так, теперь нам надо маленько веревки себе отрезать на стоянку. Сейчас
веревки на стоянку маленько отрезать. А, Витя, лови его там. Не утонул? Ты чё, ё-моё, вставай быстрее. Ты чё, видишь, вода вышла, скользко же. Не утонул он, да? А, под бензобазой там? Ну. Он и здесь клюет. Там бывает хорошо клюет. Так. Наверное, блин, его еще там разматывать придется. Я просто там потом конец отрежу, да и все. Здесь этот оставлю. Свой перемет я с тобой же ставить буду. Ну конечно. Так. Так. Сюда мы повешаем. Рычаг у нас, о, проходит как раз в эту дырочку. Я, главное, шляпнулся и в глубокую булунку пошел. Я отвязал, Витя, куда дел? У катушек. Ага. Видишь? Нет, нету в нарте. А куда его дел-то? Видать, замело. Что, не видать нигде? Так, больше ключей я не брал нифига. Ладно, пока так залудим. Да? Завтра ключиков подденем. Тут посмотришь, когда догрузила, натянется, крикнешь мне.
коротышка. По полной. Ладно, на первый раз сойдет, все равно с наживкой проблемы. Все, все, наживляем. Улыбаемся и машем. Парни. А? Да-да. Ты, Витя, веревочку бери по чуть-чуть, прям подтягивай. Чтобы у меня натяжка тут держалась. Сейчас как-то надо ершей отловить. Первого пошлем вот такого окуня. Не торопись, прям потихоньку подтягивай. А то крючки острючие. Так, дальше нам нужен ёрш. Как раз попал ёрш. Подтягиваешь? Дальше опять втыкаем окуня. Будет бутерброд. Да, через один крючок что делать, раз с наживкой у нас беда. Я сейчас что, окуня наживил, да? Угу. Окунь. Теперь ёрш. Вот он, ёрш. Пошел. Подтягивай. Подтягивай, я тебе скажу, куда натянет. Нет, еще тяни. О, все. Слушай, ельца я так и не вижу. Где он плавает-то? Скрылся куда-то, блин. Надо бы ельчика наживить. Эй, блин. Шифруется где-то. Сливается. Вот он. О. Попался. Давай. Ассорти. Да, как-то я крючок-то так потерял. Махом задуло, да? А? Махом задуло. Высматриваем и видим, что ершей у нас что ли нету больше. Есть только окуни. Так, ладно, сейчас будем складывать. Минуты, кажется, опять. Вон он! Где? Вон ерш! Вон он! Хвостом махнул. Вот он. Все, пошел родимый на донышко. Еще тяну, не на? Еще тяни пока. Чувствуешь тяжесть там какую-то? Ну да. Нет. Ну-ка, отпусти, сейчас веревку пойдет назад. Ага, все, не надо больше тянуть. О, вся глубина ведь, прикинь. 3 метра. Короче, мы не на своем месте пока. Так, палку давай вон ту длинную.
нее сразу отрежем петельку. Так. Палкой не так удобно, да, наверное, пронырять? Кого? По тонкому льду-то наоборот удобнее, быстро. На таком расстоянии можно было всего 3 лунки сделать. Вот когда уже толще станет, тогда да, уже проблематичнее. Пробуливать надо будет долго, да? Лучше проволокой. Я проволокой проныриваю, потому что нырило длинное, это в машину не положишь. Сзади таскать, ну и нафиг. Да, они тут живут рядышком возле угора. Куда я тут этот хвостик бросил? Веревочку. Да, теперь надо расстояние подогнать, чтобы палочка туда натянулась. Еще может было чуть-чуть, да? Чтоб прям у нас натяжечка была. Туда течения же нету, да? Нету. Течение появится здесь, когда Енисей встанет. Пока нету. Вода-то прибывает. Как раз за ночь должно натянуть, наверное. Примерзнуть уже не примерзнет. Не дает ей поднять груз. Все нормально. Все. Идем. Идем тумбу сейчас сделаем. Это сразу сматывать буду. Надо под прогон эту палку выпилить, на палку наматывать. Ты видишь, это веревку не надо сильно в кучу складывать. Сложил в кучу, она он слипается вся. А в сторону оттаскивать, чтобы она в стороне подмерзала. Все, видите, это все собираю в эту в нарточку. Ну, вот это вот все. А я пойду туда мотать. Ё-моё! Жеребцов-то нам надо здесь посадить. Ну я и говорю. Я уже забыл. Как раз сразу посчитаем, сколько тут. Крючков 11. 11? Угу. Ты посчитал? Да. Блин, вода, это чё? Главное, на 2 проверки. Если выживут. Не, блин. Это не ельчик, да? Да. Ельчик такой вообще живучий, говорю. В садке, да, ельчик долго живет. Пискарик, не помню. Пискарик же вроде тоже, да? Мало. А, пискарик.
Искаре ленивый ножик. Лентяй он. Ну, бывает на него хорошо клюет. Ну да, бывает. Стреляет. Ну, он зайка на светлость. Теперь точно идем туда. Днем-то здесь что делать? Так, отметку вдруг короткий не заметет. Вот и все, друзья, установка маленького перемета закончена. С вами, как всегда, был я, Костян, и канал «Это не диалоги, а рыбалка». Ассистировал Виктор Костяныч. Все, до встречи завтра, друзья. До встречи в первой серии в сериале «Черная дыра».